Вау. Ну, мы тут видим жир. Угу. А, горячо. Сейчас нам это все надо размешать. Вот это такие дела, ребят. Вот так вот есть приходится. Непонятно где, в лесу, без ничего. На песок поставил, взял и разогрел. В принципе, да. Так вот и катайтесь. Не знаю, ребят, я, короче, делю вот так вот, типа, ну, условно, да? Муху сейчас убью. На, нафиг. Просто... Замечательно. Роман, берите столовый прибор. Собственно, импровизированный столик из багажника. Мне кажется, достаточно удобно, да? Так, ложечку за маму с папой. И мухи у нас, ребят, местные просто достали. Это невыносимо, да? Просто, блин, действительно терпеть невозможно. Какой-то совершенно непонятный, темный, какой-то глубокий лес. Прям абсолютно непонятный. Тяжело. Ох, ребят, нас это место просто выбешивает и вымачивает. И высушивает. Совершенно непонятный какой-то лес. Не езжайте туда. И просто дохренеще. Дохренеще мошек. Так, ребят, короче, на себе клеща нашел. На ноге полз. Увидел вовремя. Сейчас будем, короче, все снимать и осматриваться. Так что катайте аккуратно. Нашел на себе клеща. Ощущения, конечно, просто отвратительнейшие, блядь. Очень аккуратно в лесу, очень. Прям аккуратней. Ребят, этот лес нас просто вымотал. Клещи, мошкара. Он не прекращается никак. Ребят, это просто отвратительно, блядь. Одно слово. Как это? Жопа. Жопа. Это, блядь, жопа, ребят. Ох, ребята. 44 километра. Что-то мы задолбались уже конкретно. До дома еще 40. И... мы клещей только успеваем снимать. Рома сейчас на штанах увидел, точнее на ноге. Какая-то дикость. Мне в такой обстановке ездить вообще не хочется. Ребят, винтай нам нужно. Наконец-то, я бы сказал. Ребят, ветер нам как бы помогает, да? Он дует нам в лицо очень свежим таким сильным потоком воздуха. Я скажу спасибо. По-настоящему спасибо, твари ебаные. Ребят, вот так мы и сидим. Отдыхаем, прохлаждаемся. Проехали мы 47 где-то? Ну, 50. А, 50, значит, где-то 51-52 уже. И по этому песку вверх, да и просто, блин, съезжать, ребят, как-то вообще жесть. У нас ноль сил. Почему-то. Не знаю почему, но вообще велосипед не едет и ноги не тащит. Прям не алло, да. Вот по этому песку это просто жопа. Мы хотели сегодня покататься так, типа ради тренировки. Но вышла это не тренировка, а какой-то пиздец. Реальный. Вот она, родная. Охрип голос. Придется нам, ребят, вдоль пути идти. Ребят, мы тут медяночку нашли. Обожаю медянок, ребят. Они очень красивые, на самом деле. Еще одна какая-то маленькая змейка. Непонятная какая-то. Кто знает, что это такое вообще? Смотрите, какая она тонкая, как карандаш. Да. Спасибо большое. Фух, спасибо. Воды тоже не осталось. Угу. Что делать? Такие дела, что у нас кончается вода. До дома еще километров 40-30. А денег у нас нет. Очень красиво, но так недоступно и сложно. Что даже не хочется сюда возвращаться.
Я один человек просил передать ему привет, его зовут Сергей Корсуненко. Так что Сереге привет. Можете написать в комментариях «Серый привет». Вот так вот. Мы еще едем по этим странным пескам. У нас нет сил, нет воды. Мы, короче, устали. Ну и все. Вот такая дела, ребята, такая дела. Вот такие дела, ребятки. Какая красотища. Начинается наконец-то благословенный асфальт. Мы уже задолбались, на самом деле. Справа, право, право, сильно право бери. Уже в Тольятти мы, Шлюзовом. Ехать еще два района, я скажу, это дичь. В любом случае дичь. Ночной вокзал. До дома еще чуть-чуть, я надеюсь. Фонаря нет. Фонарь забыт, как крепление для стабилизатора, которое я забыл как раз сегодня. Поэтому вид у нас с груди. Мы почти приехали. Проехали мы где-то километров 75 на данный момент. Еще нам километров 5 где-то ехать. В общем, поездка вышла 80 у нас. Мы задолбались. Мы не рассчитали свои силы. Так что, я думаю, на этом можно закончить. Еще раз, рассчитывайте свои силы. Не ездите по песку. Берите много денег с собой. Еще что-нибудь. Тут он пишет, когда видео забаню. Всех люблю и всем пока, я думаю.